Так, вот такой девайс. Включаем питание. Так, теперь стоит картридж. Включаем Сегу. Так, и сейчас у нас проверка клавиш. Вверх, вниз, влево, вправо. Так, это старт, соответственно. А, Б, С. А, Б, С. Так, переключатели турбо на каждую кнопку. Вот так вот турбо работает. Так, что-то раз фокус. О. Так, турбо работает. Турбо только на А, на Б я отключил турбо, на С турбо. Так, выключаем. Так, громкость, наушнички. Сюда джойстик можно подключить к первой, сюда второй, чтобы первый джойстик работал. Переключатель надо сюда щелкнуть и подключить джойстик. И тогда эта клавиатура, клавиши эти все отключатся, будут играть джойстик. Так, теперь попробуем. Так, это резет у нас. Так, выключаем. Вынимаем картридж. Так, ну вот какой-то есть картридж. Это картридж, который багованный. Сейчас еще раз его надо. Это на китайской многоигровке, и тут не все игры работают, и не с первого раза он запускается сам по себе. Так, громкость. Ranger X, ну давайте попробуем Ranger X. Что за игра? Так, чтобы этот картридж, так, надо выключить, включить, сейчас. Battle Toads, Double Dragon. Запускал Battletoads Double Dragon, и вы видите, что запустилось. Черепашечки. Так. Сейчас тут будет турбо у меня. О, вот так. Теперь можно идти одной рукой. Драться. Все, включаем питание. Сзади у нас сейчас соединю кабель. Сзади у нас подключение кабеля 220 вольт.
питание основное, это переключение входа на монитор, бывает нужно. Это аудио-видео, тюльпанчики на телевизор и переключение региона.